Привет, друзья! Сегодня с вами вновь канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья мои, вот сейчас у меня будет обращение к коллегам, которые работают в структурах, скажем так, где применяется кинология. Это, ну, любые абсолютно подразделения кинологические. Вот есть у меня группа ВКонтакте, да, она называется одноименно каналу «Я и мой хвост». И это площадка для обмена мнениями. То есть я не позиционирую себя там как такой, знаете, великий тренер-собаковод и так далее. То есть тем более мой канал не для профессионалов, а для любителей. И вот у новичков, которые являются в основном читателями, это, собственно говоря, группы, возникает очень много трудных ситуаций, трудных вопросов по коррекции поведения, именно по тому, как вырастить животное правильно, как поставить какой-то тот или иной трюк, команду какую-то. Так вот, я обращаюсь к своим коллегам. И причем коллегам не только на территории Российской Федерации, но и к зарубежным коллегам. Почему? Потому что, собственно говоря, делиться и обмениваться опытом, это никому и никогда не было вредно. И я обращаюсь к вам с просьбой для того, чтобы вот когда вот люди обращаются именно на группу ВКонтакте, то есть с решением того или иного вида вопроса, пожалуйста, принимайте активное участие, то есть давайте какие-то советы, давайте какие-то рекомендации, потому что, ну, это было бы полезно всем абсолютно. То есть и вам, и нам, и давайте, в общем, кинологи всех стран, объединяйтесь. Тем более я знаю, что, судя по аналитике моего канала на YouTube, да, то есть 25, уже почти 26 тысяч человек как бы подписано, и 95 стран мира смотрят наш канал. Ну, пусть там, скажем, процентов 20 отсеется, да, то есть то, что в геолокации мы можем поставить абсолютно любую страну мира, да, но все равно на 80% я считаю, что там, если там не 200 человек нас в США, допустим, смотрят, да, там, ну, пусть это будет там 100 человек, но все равно смотрят, или там в Казахстане, чуть больше, чуть меньше там. То есть, ну, все равно огромное количество людей, и судя по комментариям на канале, то я смотрю, что и по посылкам, которые ко мне приходят, что смотрят именно профессионалы-кинологи. Я всех приглашаю в группу ВКонтакте для того, чтобы мы могли обмениваться своими мнениями, для того, чтобы мы делились, помогали. И, в общем, кинологи всех стран, давайте будем объединяться с вами. Всех жду. Заслужите доверие, заслужите уважение. Всех приглашаю в группе ВКонтакте. В группу ВКонтакте под наименным названием «Я и мой хвост». С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Всем спасибо.